Для того, чтобы работники различных предприятий, активные пользователи платежных карт Беларусьбанка знали о разнообразии возможностей, которые он предоставляет, было принято решение о проведении акции под интересным названием «Волшебная карта». Начало было положено в стенах Жабинковского сахарного завода. Десятки людей и работников предприятия, посетивших мероприятие, смогли повысить уровень своей финансовой грамотности, проверить уже имеющиеся знания в этой области. Акция должна повысить финансовую грамотность работников сахарного завода. Что в это понятие входит? Ну, как вы понимаете, сейчас Беларусьбанк не принимает, например, платежи наличными за мобильный телефон у себя в отделениях, а отправляет всех в инфокиоск. У многих людей вызывает это определенные трудности. Собственно, мы сегодня хотим их научить это делать. Ну, не только мобильные, коммунальные платежи оплатить, перевод деньги с карты на карту, это все возможно. Это можно делать все безналичными платежами, не наличными. То есть повышаем безналичные платежи в нашей стране. В этот день скучать не довелось никому из гостей. Дети, пришедшие со своими родителями, смогли увидеть шоу пузырей, попозировать профессиональным художникам, получить в подарок веселые шаржи. Взрослые же поучаствовали в конкурсах и викторинах на тему банковского дела, а кульминацией встречи стала лотерея. Заполненные в течение мероприятия анкеты пользователей Белкарт, которые впоследствии были выбраны случайным путем организаторами акции, дали возможность людям, их обладателям, получить ценные призы с логотипом Беларусьбанка. Это дополнительная акция в рамках акции по повышению финансовой грамотности «Волшебная карта» будет называться «Приз в обмен на безналичный чек». Мы таким образом стимулируем проведение безналичных платежей держателей карточек Белкарт. У нас в холле установлены два инфокиоска. Сотрудники Беларусьбанка помогают участникам акции проводить платежи безналичные и выдают специальный карт-чек и купон участникам. Они сюда к нам приходят и меняют эти купоны и карт-чеки на призы. В современном мире людям хочется все успеть. Беларусьбанк дает такую возможность. Благодаря постоянно обновляющимся предложениям сегодня жители нашей области могут экономить время на осуществлении платежей, пользуясь сервисом дистанционного банковского обслуживания. Несколько нажатий клавиш на телефоне, компьютере или пульте телевизора, и дело сделано. Это далеко не все новации. Будущее Беларусьбанка многообещающее. Мы, как государственный банк, прежде всего обращаем внимание на государственные бренды, в том числе на карточку Белкарт, платежная система Республики Беларусь. На сегодняшний день удельный вес наших карточек, карточек Белкарт, мы сегодня ее считаем нашей, занимает порядка 67%. Хочу сказать, что к следующему году мы увеличим этот показатель, и удельный вес этих карточек достигнет практически 80%. Белкарт предоставляет много различных карточек, такие как студенческая карточка для студентов, для детей детская карточка, для людей, кто хочет сделать какой-то подарок, могут оформить карточку с индивидуальным дизайном. Благодаря проведению таких акций, как акция «Волшебная карта», пользователи Беларусьбанка могут быть в курсе обновлений, которые он периодически готовит. Их знать нужно и полезно. Эра современных технологий заставляет двигаться вперед довольно быстро. Кто знает, может быть, впереди новые и совсем неожиданные изменения в сфере банковских услуг. Быть в курсе не помешает. Об этом теперь знают и работники предприятия «Жабинговский сахарный завод». Акции надо проводить, чтобы больше людей узнавало о том, что есть такая платежная система, как Белкарт, и что ей очень удобно пользоваться, рассчитываться в магазинах, делать. Вот я рассчитываю сюда Белкарт через интернет-банкинг, делаю все платежи по коммунальным платежам, все плачу через карточку, через интернет-банкинг. Сегодня я узнала, что такая есть услуга Белкарт, по которой можно рассчитываться в Европтах, и что она считается накопительной карточкой, по которой можно рассчитываться. София Бережная, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.